Сегодня представители Александра Семеновича приветствую. Действительно, очень много праздников было, многие еще впереди. Прежде всего, хочется передать вам огромный привет, низкий поклон от Александра Семеновича. Сегодня мы приехали не с пустыми руками, по просьбе родительского комитета и руководства школы. Мы привезли вам такое новое МПУ, это для нужд школы, чтобы вы могли более эффективно взаимодействовать, когда нужно что-то распечатать, что-то, какой-то документ срочно. Я знаю, что принтер лишний никогда не бывает такой организации, как школа. Ну, конечно же, поздравления искренне с прошедшими праздниками, и со Святой Пасхой, и с другими праздниками, очень много их было, повторюсь. Обязательно хочу сказать, что в этом году наша программа «Каникулы с Престоном» продолжается. Дети в этом году приедут в Одессу обязательно отдыхать на каруселях. Это будет уже на усмотрение школы, потому что всегда это разные классы. Мы не знаем, там не можем убедить всем, к сожалению, хотя хотелось бы, конечно, всех привести. Но тем не менее, мы с руководством школы обязательно составим список. Эта группа приедет в Одессу, может быть, даже несколько раз. Это уже посмотрим, как будут дети готовы, как будем мы готовы принять. Вот. Ну, коллектив школы мы тоже всегда не забываем. У нас предстоит поездка на катамаране. Будет тоже не одна поездка на катамаране, к сожалению, не знаю, были в прошлом году, да, не были. Но обязательно в этом году тоже коллектив школы поучаствует в этом мероприятии. Поэтому еще раз желаю вам от Александра Семеновича, от себя лично, от нашей команды, чтобы, скажем так, всегда был мир над нами с вами, всегда был мир в наших тесных коллективах, чтобы всегда здравый смысл побеждал и, скажем так, я думаю, что творить добро – это легче, поэтому давайте все вместе делать добрые дела, и тогда у нас все будет хорошо. И разрешите мне тогда вот Александру Семеновичу передать родительскому комитету этот